Привет моим подписчикам, землякам, соотечественникам. У нас в Николаевске без пяти минут полночь, 5 сентября. И у нас в студии статья от amormedia.ru. Видишь доступную рыбу на хабаровских прилавках? Нет, и я не вижу. А она и есть. Ну, респект журналистам за эту статью, журналистам Amormedia. Вот. Сразу скажу, что проект «Доступная рыба» — это, в общем-то, хороший проект, который позволяет удовлетворить пищевые потребности населения Дальнего Востока по доступным ценам. Вот. Честно говоря, вот несколько мне не понравилось опять вот это вот комментирование председателя комитета рыбного хозяйства Министерства природных ресурсов Хабаровского края Кирилла Фирсова, вот, который по-прежнему продолжает, вот, в каждой статье он усиленно говорит, что ролики прошлогодние, вот, что все это провокация. Да, это провокация, которую, в общем-то, не разглядели сразу, видимо, и она готова захватить прямо целый регион. Вот. В конечном итоге, на самом деле, какая разница, какого года этот ролик? Здесь вопрос в другом. Рыбы, ни горбуши, ни летней практически не было. Тем не менее, она исправно погружалась в фуры и покидала Николаевский район. Вот с чем нужно разобраться. Вот почему мы ждем комиссию, которая должна приехать в Николаевск-на-Амуре и обследовать бассейн Амура. И все остальное это от лукавого. Идет жесткая конкуренция, чтобы с бассейна Амура вообще выжить рыбный промысел. Вот это следует понять, а не делать вот эти вот постоянные отмазки о дате исполнения ролика там или чего-то еще. Информационный сброс идет со всех сторон. Кто-то призывает к митингам. Ну, естественно, что министрам-то как бы все это не нужно. Естественно, они пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, когда сами где-то что-то проворонили. Я ни на секунду не могу согласиться с тем, что вот эти вот все люди, они сами принимают участие в разграблении. Ну, так или иначе, со всем вот этим, вот то, что происходит, нужно разбираться. Еще раз говорю, мы ждем комиссию и надеюсь, что какие-нибудь движения по этим вопросам будут. Вот, не нужно никому, я думаю, юродствовать по поводу проекта «Доступная рыба». Так или иначе, она поступает в магазин, ее, конечно, мало. Но, тем не менее, проект работает. Вот. А то, что вычерпывается рыба или не вычерпывается, и какой там датой сняты ролики, это на самом деле не важно. Важно то, что летом рыбы не было для людей, для нижнеамурцев. Но для кого-то она была. Нижнее Амурье наше. Спасем Амур. Спасемся сами. Подписываемся на канал. Всегда свежие видосики по нашей теме.